В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей, сказала мне сестра. Здравствуйте, это программа «Качество жизни». Меня зовут Людмила Марченко. И сегодня мы говорим о современной концепции музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Я представляю нашего гостя, директора музейного комплекса «Усадьба Асеевых» Ларису Ивановну Булгакову. Лариса Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Ивановна, во многих телевизионных проектах нашего телеканала вы выступали в качестве эксперта. Мы говорили с вами о педагогике. Вы рассказывали о законах, которые принимаются в областной думе. Мы решали вместе проблемы ЖКХ, и сегодня вы представляете культурную составляющую Тамбовской области. Лариса Ивановна, вот современный музей – это не то представление, которое было у нас когда-то, когда мы приходили и видели экспонаты, интерьер, все понятно. Сейчас музей – это творческая лаборатория. Вам трудно было поменять представление о музее, и как вы к этому вообще пришли? Я думаю, что не очень сложно это было поменять, потому что сама жизнь диктует это. И я думаю, что народ весь был готов принять музей более в таком уже в качестве творческой площадки, лаборатории. Как я к этому пришла? Очень просто, потому что я современный человек. Я прекрасно понимаю, что сегодня родители или там взрослые люди очень занятые. Постоянная работа. И тот выходной, который остается один, единственный, хочется его провести с большой пользой. То есть хочется прийти не только в музей, но и получить какие-то навыки по живописи, узнать что-то интересное во время лекции или вовлечься в очень интересные истории, такие как квесты, интересные, которые мы проводим, или театрализованные постановки. То есть насытить хочется каждому свой день. И если он это делает в музее, для нас это очень здорово. То есть задачи музея каковы? Первое – это, конечно же, мы сохраняем все нематериальное или материальное наследие, мы его изучаем, и третье – мы его популяризируем. А вот как мы его преподносим людям, какие формы мы при этом используем, здесь, конечно, сегодня в нашем современном мире очень важно. Эти формы важны. Поэтому мы с удовольствием представляем интересные проекты, интересные события, которые происходят у нас в усадьбе Асеевых. Вот у меня вопрос такой, Лариса Ивановна, кому будет интересно в вашем музее? Вот вы говорите, что музей, это, если мы посвящаем выходной, это поход всей семьей в музей. Да, как правило. И должно быть интересно ребенку, маме, папе, а может быть дедушке, бабушке, которые пришли, кого-то привели из внуков. Вот. Что вы предлагаете всем вашим посетителям, у которых разный возраст? Я уже говорила, прежде всего, это выставки. Выставки, они есть постоянные выставки, интерьерная у нас выставка в музее. Второе, это выставки, которые мы меняем, бывает раз в 3 месяца, бывает раз в полгода. Тоже интересно посмотреть на историю вещей. Конечно, это мастер-классы, в которых участвуют, причем не только дети, но и их родители. И интересные вечера, лекции по определенным проектам. Ну, например, салон модистки. Да? В этот раз мы делали бумажную куклу. Мастер-класс, через который мы даем некое представление о культуре, об истории начала 20 века. То есть не просто делаем куклу, да? А рассказываем, какой она была, какое предназначение этой куклы было. И возвращаем людей, погружаем в начало 20 века вот такими интересными формами работы. И мы с удовольствием принимаем музыкантов у себя на площадке, поэтому для людей тоже разного поколения есть и театральные постановки, и музыкальные номера, концерты. То есть большой спектр сегодня у нас в музее для любого возраста. И вы понимаете, раньше музей, информация была недоступна, да? Люди шли в музей, в библиотеки. Сегодня информация доступна в интернете. И к нам приходят прежде всего еще и за эмоциями. То есть к вам приходят люди подготовленные, они прочитали про вас все в интернете? Не обязательно. А к вам пришли потрогать, пощупать, ну, хотя в музее это все-таки не разрешается делать, но воочию увидеть, так скажем. Да, наполнится вот эта энергетика старых вещей, да? Антиквариата или той атмосферы, которую мы создаем во время каких-либо мероприятий. То есть мы сегодня преподносим эмоции. И вот через эти эмоции достучаться до людей легче. Они принимают уже какие-то события исторические, культурные
более легче и с удовольствием. Поэтому что-либо узнать, да, можно, конечно, в интернете, но почувствовать, ощутить, получить заряд энергии, только лишь посетив музей. То есть, получив эмоцию, мы применяем ее на себя, да. И таким образом какие-то познавательные вещи, они у нас, ну, так скажем, лучше мы их усваиваем. А вот историки вас, ну, местные историки, так скажем, тамбовские, они вас не обвиняют в том, что вот когда вы проводите такие, ну, скажем, когда появились развлекательные моменты вот в вашей жизни музея, это уводит от науки? Они вот в этом вас не обвиняют? Нет, от науки это не уводит. Дело в том, что у нас основная составляющая музея – это научная деятельность. Все, что мы делаем, мы изучаем. Прежде всего, прежде чем что-то подать и преподнести для людей какую-то информацию, конечно, наши научные сотрудники с этой темой работают. Это не просто так мы решили и выставили на показ, а давайте что-то сочиним. Нет, конечно, присутствует научная деятельность. Здесь другой момент. Конечно, есть специалисты узкого профиля, как я называю. Да, если ты историк, ты изучаешь определенную тему, и, быть может, ты не задумываешься, что можно эту же тему подать как-то интересно. Мы хотим этого интереса, и мы хотим людей погружать в моменты изучения этой истории. Почему бы нет? Почему не использовать эти формы? И да, мы слышим, конечно, в свой адрес много интересного, да, что мы не занимаемся основной деятельностью. Конечно, мы ею занимаемся. Вот сегодня как раз мы готовим большой у нас контент-план, именно будет посвящен научной деятельности. Просто здесь не так все просто. Сама научная деятельность, конечно, здесь нужно все сверить и быть точными. Да? Все-таки это наука. Поэтому прежде чем что-то показать, мы очень щепетильно, трепетно к этому относимся. Да, есть более свободные формы, где можно предположить, и об этом мы говорим, мы предполагаем, мы не настаиваем на исторической точности каких-либо, например, событий, да? Но то, что людям это нравится, и то, что они вовлекаются в этот процесс, это говорит о том, что наши все-таки действия неправильные. Ну, я знаю, что некоторым историкам тамбовским очень понравился такой методический прием вот этого интерактива музейного, и они с удовольствием приходят к вам и общаются с вашими посетителями, устраивают лекции. Да. Вот, расскажите немножко об этих людях. Знаете, я очень люблю организовывать определенное сообщество. Да? Для того, чтобы решить какую-то проблему, можно организовать некое сообщество, и они решат какую-либо проблему. Поэтому задача, чтобы нашими амбассадорами нашего музея были обычные люди. Да, кто-то имеет образование историческое, кто-то краевед, кто-то просто интересуется определенной темой. И вот очень хочется под своим крылом собрать вот таких людей, которым интересно. Интерес вызывает не только сама наука в музее, интерес вызывает и живопись, да, то есть можно что-то изобрести или сделать, организовать свою выставку, я это очень приветствую. То есть все то, что для народа, а музей все-таки это народное достояние, да, и хочет, чтобы это сам народ продолжал историю этого музея. Я думаю, что это очень важно. Важно, что приходят люди туда для общения, для того, чтобы показать свой талант, для того, чтобы вот все грани свои, да, мы даем возможность раскрыться. Поэтому, да, люди приходят разные. Если вы видели, мы выходили в прямой эфир, приглашали и политиков, и историков, которые могут рассказать или о любимой вещи в нашем музее, или о любимом зале, и что-то продемонстрировать. Как вот я помню, мы пробовали какой-то пресс по выдавливанию для пуговиц, да, в сукне. То есть это все это очень интересно, и я думаю, что народ воспринимает таких людей, которые могут рассказать из коллекции что-то, о коллекции музея или о каких-то событиях, именно вещая из наших стен. Поэтому это очень интересно. Мы сейчас вот организуем фестиваль модерна, который пройдет в мае, и у нас уже рядом с нами люди, которые готовы к участию. Это обычные люди. Они вовлекаются как? Им интересен костюм того времени, они уже готовы. Подбирают себе образ, они покупают себе или арендуют велосипеды, чтобы участвовать в велопробеге. То есть это
Вот вокруг музея должна быть жизнь. Музей не должен пылиться, не должен... Не должны быть скучающие смотрители рядом с экспонатами. Да. Вот. Это замечательно. Мне тоже, между прочим, очень нравится ваш музей. Вот вы популяризуете стиль модерн. Ну, в принципе, с чего все родилось? Это, конечно же, здание, да, которое построено как раз-таки по всем канонам этого стиля. Ну и в чем еще пришел модерн? Что это? Вы знаете, когда я пришла в музей руководителем, конечно, были большие работы проведены именно по изучению семьи Асеевых. Но так как любая история имеет две грани, очень сложно сказать, да, сегодня, что кто все-таки этот человек, это небольшое такое имя для Тамбовской области, чтобы так тщательно изучать. Да, мы знаем о семье, мы знаем, где родственники, как и что случилось. Конечно, продолжается научная деятельность в этой сфере, но мы имеем материальное наследие, да, это сам особняк. И он построен как раз, ну, конечно, там эклектика стиля, ну, модерн только входило, и вот мы имеем такой богатый дворец. И хотелось именно повернуть сознание людей к тому, что мы начинаем изучать этот стиль, мы начинаем изучать архитектора Кекушева, его историю, историю его жизни, историю его любви, да, это женщина и архитектура, это очень интересная личность. И вот теперь мы просто таки больны этой темой. Мы хотим изучить все, что касаемо модерна. Причем мы выходим за рамки своего дворца. И сегодня работаем над маршрутом. Городской модерн, провинциальный модерн. Он у нас достаточно красив в нашем городе. Поэтому работы будут большими. И мы начинали с чего? Мы открыли некий такой мини-маршрут вокруг нашего дворца. Это были бесплатные экскурсии, они были по четвергам, бесплатно в четверг каждый раз люди приходили, и наши экскурсоводы проводили им вот такой экскурс вокруг особняка, рассказывая про стиль модерн. И люди интересовались, тут же они покупали билеты, приходили, им хотелось узнать дальше, да, что же в этом доме, что было дальше с семьей. Поэтому все это переплетается интересно, и я не могу рассматривать вот именно этот музей вне города. Вот хочется, чтобы в пространстве всего города вы увидели, да, и понимали, что модерн — это не только такой большой дворец, хотя это прям на самом деле достояние наше, но и вот такие небольшие домики, которые по всему городу в старой части. То есть вы, получается, уже вышли за территорию, да, ваш музей вышел за территорию музея, то есть за территорию парка, который замечательный, кстати, парк. Есть некоторые объекты, ну, которые, я не знаю, может быть, они какие-то стали отправными такими точками вот для ваших проектов. Вот один из проектов последних у вас называется «Электротеатр». Да, Дуб. «Старый Дуб». «Старый Дуб». Да. Вот старый дуб, и, скорее всего, он у нас как-то вот ассоциация с тем дубом, который у вас растет, дуб этот многовековой. Расскажите немножко об этом проекте, о проекте электротеатра «Старый дуб». Хочу, во-первых, сказать, что наши сотрудники и задача моя как руководителя мотивировать каждого на определенный проект, на разработку определенного проекта. Я считаю, что это правильно. И когда человек конкретно занимается какой-либо темой, она получается более яркой и красивой. Поэтому сегодня задача нашего коллектива самим интересоваться тем, что мы делаем. И тогда у нас все получается, как я говорю. Если мы сами с нетерпением ждем любого проекта, то и вокруг нас собираются правильные люди, которые хотят примкнуть к нашему сообществу. Вот у нас одна из сотрудниц, Мария, которая придумала этот проект, электротеатр. Она начинала заниматься модерном, именно фестивалем, и выяснила, что 29 мая, вот честно, сейчас не помню какого года к своему, ну, просто много информации, именно заработал первый электротеатр в городе Тамбове. Поэтому мы стали изучать эту тему. Вот сегодня она работает в теме электротеатра, и мы начинаем показ фильмов, которые были или придуманы в начале века, как раз в промежуток модерна. Они интересны, эти фильмы, современному зрителю? Вот вы знаете, конечно, очень сложно воспринимать, да? Но когда люди приходят, они, конечно, готовы к тому, что
будет что-то неожиданное. Конечно, мы уже не смотрим эти фильмы. Но так как все это сопровождается, во-первых, у нас ведущая сама Мария, она в образе в костюмированном, да, начала 20 века. У нас топер, живой звук, живая музыка. Это на фортепиане молодой человек. Ну, разные, мы разных артистов будем приглашать. Они озвучивают этот фильм, именно музыку. То есть так, как было в начале 20 века. Да. То есть погрузиться можно вот в то время. Теперь мы один раз уже попробовали, мы посмотрели «Немое кино». Сейчас мы расширяем репертуар. Все это, конечно, связано с историей города. Когда это было? Раньше, оказывается, было очень много электротеатров. Более 20 в городе было в начале века. То есть очень популярным, да, был фильм. Ну да, да, поход в кино был прям настоящим событием, и люди отправлялись туда. Это еще сегодня мы избалованы. Поэтому люди заинтересовались. Мы хотим сделать из этого клуб, именно общение клуб. Обсуждаем фильмы, планируем, что хотят видеть наши гости далее, да, какие фильмы. И я думаю, что вот как раз вокруг этого проекта тоже у нас вырастает некое сообщество, которое будут также заниматься изучением истории электротеатров в нашем Тамбове. Я знаю, что некоторых персонажей, ну, если можно так сказать, вы оживили в своем музее. Mm-hmm. Это хозяйка дома. Кто у вас из, так скажем, из героев начала 20 века обитает в вашем доме? Сегодня, да, наверное, все уже знают, что в Рассказовском филиале в усадьбе Асеевых Василий Тихонович, двоюродный брат нашего Михаила Васильевича Асеева, живет замечательная хозяйка, это Анисия Памфиловна. Это реально уже не персонаж, это историческая личность, это жена Василия Тихоновича. И роль ее сегодня исполняет обычный наш экскурсовод, замечательная Даша, которая всем очень нравится. И именно она рассказывает о доме. Я не буду скрывать, что дом пока пустой. Нет, мы работаем сегодня над проектом по его наполнению. То есть есть концепция определенная. Но пока мы работаем, Даша рассказывает от имени хозяйки про дом, как он строился, какие были идеи и как он будет дальше наполняться. Далее она приглашает, конечно, к чаепитию. За чаепитием она рассказывает все рассказовские сплетни, как мы это называем, начало 20 века. И если вы хотите быть участником званого обеда, это тоже обед, который мы... реплика обеда 901 года. То есть дом живет вот такой своей жизнью. И в этом году мы решили все-таки спроецировать эту же тему ретро-экскурсии в нашей усадьбе Асеевых в Тамбове. Поэтому в Тамбове у нас есть хозяйка и ее сестра, которая занималась когда-то хозяйством в этом доме. Мы попробовали, людям очень нравится. Мы назвали это про усадьбу, проект наш. И во время этой ретро-экскурсии мы обязательно остаемся в каком-то зале, каждый раз это новый зал, для интерактива. Если мы попали с вами в будуар женский, то хозяйка дома вам предложит игры, которые играли раньше вот в этом доме. Mm-hmm. Если мы попадаем в следующий день в мужскую часть дома, да, это игры, это увлечения мужские, это охота, там тоже вас ждет очень много интересного, полезного. Я еще раз повторю, это не просто игры. Таким образом мы рассказываем об истории этого дома. Mm-hmm. Людям очень нравится, я хочу сказать, все-таки я директор и менеджер. Даже несмотря на пандемию, мы подняли свой чек средний, я думаю, что есть люди, которые знают, с 70 рублей до 200. И я считаю, что это все-таки наша победа, что интересуется музеем, и люди приходят и покупают билеты. Ну, как для меня, как для менеджера, это очень важно. Uh-huh. Кто посетители вашего музея? Это тамбовчане, жители нашей области? Есть ли гости, которые приезжают из других регионов? Что вы им предлагаете? Тамбовчане посещают, конечно же, и регион весь наш. Жители приезжают, детей привозят, большие экскурсии детские у нас. И, конечно, приезжают целыми автобусами туристы. Вот как вы туристам
Как вы туристов заинтересовываете Рассказовской усадьбой? Ведь она еще, ну, пока еще пустая, и там только можно посмотреть на интерьер, который восстановлен. Вы знаете, вот как оказалось, людям интересны вот такие события. Им интересны ретро-экскурсии, им интересно то, что их вовлекают в процесс готовки, в процесс посадки растений. Это им интересно. То есть они не хотят только потреблять, вот, как я говорю, знания вот по определенному объекту. Им хочется что-то еще, приложить свои усилия к этому. Поэтому я хочу сказать, что пандемия, конечно же, внесла свои коррективы. Мы стали выходить в прямые эфиры. И к нам присоединяется очень много жителей Берлина, Праги, мы же видим их, кто с нами общается. Москва, Петербург, это естественно. Конечно, в рассказы едут в большинстве, больше всего это, ну, такие путешественники, так скажем, ну, семейные, личные путешествия. То есть я не скажу, что там большие автобусы приезжают в рассказы, но я думаю, что это все впереди, потому что у нас далеко идущие планы по рассказы. А вот в Тамбов едут, и если мы откроем поисковики все и забьем, кто что ищет в Тамбовской области, у вас, конечно же, появится прежде всего усадьба Асеевых. То есть мы в топе всегда, и мы готовы принимать гостей, радовать и развивать вот линейку услуг, чтобы было у нас интересно. Лариса Ивановна, сейчас проходит Рахманиновский фестиваль, и я знаю, что усадьба Асеевых, вот в частности Тамбовская усадьба, является одной из площадок, на которой происходит выступление артистов, проходит выступление артистов. Скажите, пожалуйста, что и когда можно будет у вас посмотреть вот в рамках фестиваля? В этом году мы дважды принимаем фестиваль. 19 апреля у нас прекрасный гость. Это Наиль Мавлюдов, молодой музыкант, широко известен в музыкальных кругах. 92-го года рождения, совсем молодой, талантливый, перспективный, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, лауреат международных конкурсов, участник больших музыкальных фестивалей. И что характерно, площадку в этом году он выбирал себе сам. И выбрал он усадьбу Асеевых. Очень приятно. Да, наш белый зал будет встречать Наиля Мавлюдова 19 числа в 18:00. В программе произведения Листа, Мусоргского, поэтому я думаю, что мы, те, кто знает его творчество, и те, кто только будет знакомиться, будет прекрасный вечер и получит удовольствие. И 24 апреля мы в своих стенах, в своем белом зале встречаем наших тамбовских музыкантов, это Анна Картавенко и Вадим Галушко. Мы услышим произведения как раз Рахманинова Сергея Васильевича и других великих композиторов. Поэтому все, что у нас проходит, это всегда ярко, хоть и камерно, но приятное ощущение и соприкасание вот с этим великим искусством мы просто обещаем. Ну, а время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали о современной концепции музеев с Ларисой Ивановной Булгаковой, с директором музея усадьбы Асеевых. Лариса Ивановна приглашает нас всех посетить камерные концерты, которые пройдут в рамках фестиваля Рахманинова. Ну, а на сегодня это все. С вами была Людмила Марченко. До встречи.